Добрый вечер, друзья. Я шел на эту встречу и очень жалею, что я ничего не увидел и ничего не услышал. Это очень горько, но у меня сегодня очень трудный день. У меня была репетиция 2,5 часа, как положено в театре. Потом меня попросили съездить в Константиновский дворец, поприветствовать одно из управлений МЧС, с которым мы дружим. И только что меня довезли до Автово, потому что я проехал пробки. Простите, пожалуйста. И моя жена поехала домой, она меня высыпала. Я успел, потому что я знаю, что это финал уже. Я все-таки успел. А я ехал, думал, зачем я? Зачем меня позвали? Зачем я на этой встрече, на этом вечере? Я так мало был знаком с Игорем Борисовичем, хотя прожили с ним, наверное, 40 лет вместе в одном городе. А знал его в основном его работы в кино. И всегда он мне был интересен, и мне очень хотелось видеть его и понять, как он делает характер. А даже по этим фотографиям видно, какой он был разноплановый, разный, глубокий, и философ, и комик, и несчастный, и нежный. Он великий русский артист. Я мало видел его на сцене, но мы встречались на радио, мы с ним снимались в одном кино. Я даже вспомнил, это зал «Павловы» был такой, 62-й или 4-й год. Потом здесь видел еще кадры какие-то, забыл название фильма. 2-3 фильма мы с ним встречались в кино. Но, думая о том, зачем я здесь, я все-таки чувствую, что такая необходимость у меня личная была, не потому что я пообещал приехать, а потому что я считал нужным быть в этот вечер с ним и с вами. Это какая-то родственная душа, наверное. Он мне оставил свою книгу. Вы, наверное, знаете об этой книге многие. Он мне написал автограф, очень трогательный. И там были такие слова. Мы с вами, Николай Сергеевич, уходящая натура. Это в кино. Знаете, когда солнце закатывается, а нужно успеть снять пейзаж, и группа торопится, режиссер кричит быстрее, быстрее, быстрее все. Уходящая натура мы с вами. Я его понимаю, наверное, это так. Хотя школа у него мхатовская, у меня киевская, разные совершенно. И мы не очень похожи, казалось бы. Но есть очень много, по-моему, общего. Он любил красивое, я люблю тоже. Он любил жизнь необыкновенную, я также ее люблю. Он любил искусство, он любил театр. Потрясающий киноартист. Он любил литературу и он любил русское слово. А что и мне очень близко. Я украинский человек из деревни, но я владел русским языком, работаю в Национальном театре, российском владею им. И он делал на сцене то, что я видел, то, что завещали нам великие режиссеры. Вильен, еще кто-то это говорил, что тебя должен артист должен видеть, слышать и понимать. В нем это было все. Его всегда было слышно. Его всегда было видно. И всегда было понятно, что он хочет сыграть. Что он хочет рассказать нам, людям, которые в зале или смотрят в зале в кинотеатре. Я был на его похоронах.
Я его провожал, хотя это всегда, вы знаете, как прийти, трудно всегда. Но это тоже была такая внутренняя необходимость. И он мне говорил, репетируя с режиссером Воробьёвым, одной из последних своих работ у вас в театре, он мне говорил: «Николай Сергеевич», мы встречаемся на Невском проспекте, он мне говорит: «Вы знаете, я к вам очень хорошо отношусь, я ценю вас как артиста, и человек вы приличный, но я, может случиться так, что я вас возненавижу». Я говорю: «Скажите, пожалуйста, за что?» Он говорит: «Надо мной издевается режиссер Воробьев. Он мне почти на каждой репетиции говорит: вы плохо работаете, вы должны пойти в Александринский театр и посмотреть, как работает Мартон». И все время мне вот это говорит: «Я с ума сойду, позвоните ему и скажите, не надо издеваться над человеком». Вот такая у нас была с ним встреча. Мы с ним оба... Он любил, я люблю еще Лермонтова. Он сделал замечательный спектакль, он мечтал сыграть Арбенина. Ему не удалось так же, как и мне. Я всю жизнь мечтал сыграть эту роль, но у меня немножко спорно. Всегда сложилось лучше. У меня есть Фокин, который мне разрешил сыграть моноспектакль. Правда, там была одна актриса. А Игорь Борисович сделал спектакль один. Я видел этот спектакль, там была музыка, там был артист, и там был Лермонтов. Я ему и вам прочитаю некий монолог из этого, из этой пьесы, из спектакля, который мы играли. И я сыграл, и он сыграл. Это первый монолог Арбенина. Ну вот и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться, весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад, еще в уме кружится. Ну что же я там делал, не смешно ли? Давал любовнику советы, догадки проверял, свечал браслеты, и за других мечтал, как делают поэты, и богу мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня приехала домой? Слуга: нет. А когда же будет? Обещалось в 12 часов. Теперь уж час второй, не ночевать же там она осталась. Не знаю, будто бы. Ступай. Свечу поставь на стол, как нужно будет, я вскочу. Бог справедлив, и я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Было так, меня чужие жены ждали, теперь я жду жены своей. Теперь я жду жены своей. Напрасно. И глупо юность погубил, любил был часто пламенные страсти, и ни одну из них я не любил. Роман не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И скучно стало мне, тяжко жить, и кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтобы иметь святое право уж больше никого на свете не любить. Я нашел жену, покой.
великое создание. Она была прекрасна и нежна, как ангел Божий на закладке, но и к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно мол, ведь ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушует на простое. Изломанный челнок я брошен снова в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Спасибо.